Здравствуйте, это канал Максимадзе, и Эндрю Сэм со мной играет в игру. Всем привет, я буду продолжать страдать, потому что меня ожидает кое-какой мяч. В игре Golf with your friends. Сегодняшняя карта, я не помню, в какой старой версии это было дальше, поэтому я выбрал то, что больше всего меня привлекло, это призраки. Давайте сразу начнем. Погнали. Выбрали мы елочный шар. Я не знаю, как он в этой игре выглядит, но надеюсь, это будет более-менее нормально. Будет лучше, господи, чем цилиндры и конусы. Охренеть. Это ж, ты что, шапку какую-то выбрал, что ли? Да. Ну это почти как это. Ну, это как обычный шар, просто кончик небольшой есть. Я предполагал, что примерно будет. Ладно, тогда более страданий меньше будет. А шляпа, кстати, не переворачивается. Прикольно. Короче, да, она... этот кончик мне подпукал тут чуть-чуть. А мне нет. Подоспал. Так. Такая вот диковатая немного карта. Но да. Атмосфера какая-никакая тоже имеется. Вон, стулья. Подсирает, подсирает. Призраки стулья. Чего, блин? Как... Призраки еще и бывают предметы. А ты позже меня запускаешь, что ли, все время? Кого? Шар. Я сейчас просто пытаюсь, я знаешь. Я вот пытаюсь. Уже забил, а ты только начал кидать. Мне этот пупочек все портит. А мне нет. У меня ощущается, как обычный шарик. Ну, по крайней мере, пока что. Даже да зафигачивает, че ты? Пофигу вообще. Мы записываем этот выпуск сразу же после предыдущего, кстати. Так, дайте-ка вот эту фигню побрызгать. Кольфозно, попади! Летит куда-то. Гор, проклятая. Непонятно. Так, а тут в какую сторону? А, туда, наверное, так. Красная карта, блин. Прям под мой цвет. Но это дом призраков, явно. Правда, от него как-то не по себе немножко становится. Тут, как ты можешь разговаривать во время этой игры? Я вообще ничего говорить не могу, я сосредоточен. Ну вот, у меня как-то получается, хотя не всегда. Хорош, 8 ударов. Это же... Адище. А, вот он. А, почти! Планировал залетом, не получилось. Залетом ты планировал. Все плохо. Все плохо. Я попал. Стараемся. А, нет, туда-сюда не надо. Это тупик. Так, ладно, тогда. А тут куда? А, надо на эту фигню, что ли, залетать? И как? А, нет, стоп, там был... А куда здесь надо-то? А, надо перелететь надо, может? На, надо, наверное, оттуда бросать. Вот сюда надо вот так кидать. А, да, он должен залететь на ту хрень. В очень неудобном месте. Да, тут как-то не очень-то удобно закидывать. И опять я у этой стены. Да, что ж ты будешь делать, а? И да, и я тоже. Мне удары скоро кончатся уже. Так, я... Блин, я упал. Фух. О, повезло тебе сейчас.
Еще бы было бы идеально, если я бы попал сразу в лунку, но, увы, в лунку не попал. Опять. Значит, вот так. Тут пупочек. Пупочек. Удары закончились. Блин. Пупочек. Да, вот первый выпуск, кстати, довольно оценили. В комментариях пишут, две легенды встретились, как прикольно. Но я бы не сказал, что мы легенды. Прям. Так, следы указывают туда, наверное, надо туда. Однако я после этого пойду в фазмофобию играть. Да. Меня Индрюсен, кстати, предлагал в фазмофобию тоже поиграть, но я сказал, нет, я хорроры ненавижу. Да там не то, что это хоррор, просто, знаешь, детектив, надо призрака вычислить. Ну я по картинкам увидел, там жуткий какой-то тип был вообще. Там есть моменты пугающие. Я такие ненавижу. Ну и зря. Resident Evil мне как-то Лёха показывал, ну, товарищ мой. Мне что-то вообще не по себе аж стало от него, какие-то уроды. Кстати, Лёха, он тоже говорил мне, что хотел бы с нами тоже сыграть вот этот гольф. Но он говорит, что только в том случае, если я заплачу за него, типа, игру. А мне что-то неохота, если честно, сплатить самому за него. А, не, нормально, я думал, все, это фиаско, братан. Призраки нам не помеха. Пупочек! Блять, это чё он мне... Пупочек, сколько ты раз уже за серию это сказал? Я это еще раз 100 скажу. Блин, не туда. А, тут таблички в виде призраков тоже. Частично. Да блин. А, ну да, этот пупочек да? Немного раздражает, да. Куда надо? Сюда надо. Нет, не сюда, погнали туда. А, туда надо, а тут сборщик. Не, я не знаю, охренеть. Я просто... Я с мечом общаюсь, знаешь. Блин, Давай. Блин, да что ж ты будешь делать, а? О, хорош. Залетел. О, мишени. Я в первом выпуске сказал, что они для красоты, а Андрюсен понял, что они не для красоты. Они подложили свинью ему, пока он забивал. Как туда запрыгнуть? Ну, у меня как-то получилось. Я видел, ты от воздуха отпрыгнул. Это у тебя выглядело от воздуха, так нифига я не от воздуха туда запрыгнул. Короче, я просто все удары свои сейчас использую и все. Я не знаю, куда там. Как? Все, отлично. Давай, следующую лунку. А, тут тоже 18 лунок, окей. Тут в каждой по 18, я что-то не посчитал. Да, абсолютно. Везде 18, так лезет. А, ты уже знаешь. Гроб, блин, лежит. Так, хоба. Тут гроб лежит, охренеть. Отлично. Скелеты. Гроб. Ну я недавно совсем. В конце февраля видел гроб прямо вживую. На похоронах бывал. Ну я рассказывал уже в сообществе об этом, что выпуска не будет из-за того, что я поеду туда. Что у меня двоюродный дед умер в возрасте 67 лет. Не повезло ему. Ну ладно, давайте не будем об этом. Давайте лучше про карту. Скелеты тут. Блин, а как туда долететь? Он мне тоже что-то не долетает туда. Ну и, кстати, спасибо. Еще раз спасибо всем тем, кто соболезнования передал. Блин, ну вот он... А вот эти штуки, зачем на них надо попасть, что ли? Видимо. Да, а стоп, тут... А, я думал, дальше по ним надо прыгать. Да блин, он... Так я туда попаду, он скатится с них же. Я понял, кажись. Все, удары кончились. Не работает. Не, у меня еще один есть. Ну вряд ли он тебе поможет. Ты все-таки попал, но у тебя уже. Давай, белок, попади. А, у тебя еще есть шанс один удар. Правда, пупок этот может тебе подгадить. И он подгадил. Он подгадил.
Это было прекрасно. Слишком даже прекрасно, да. У меня все сжалось, но я так и не смог. Блин, а тут что, до мишени надо, что ли, долететь до этих? Да стой, 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 стой! Хочешь дрожать, как идиот, блин. Так, ладно, поближе. Отлично. Чуть-чуть до мишени не докатился. Нет, нет. А, мишени тут для красоты, по-моему. Они ничего не дают. Тут надо долететь именно туда. Ну как же мне долететь-то до туда? Он слишком далеко. У него не хватит, наверное, это. Может быть, обычным шариком это было бы, конечно, легче. Но кто знает. Да как же? Ну да, да что ж ты творишь? Ну, эту карту я не проходил, кстати, ни разу. Так что я тоже не знаю, что тут будет. Я был близок. Четыре предыдущие проходил, эту нет. Ой, когда-то очень давно проходил, году в 2019, по-моему. А эту не проходил. Но, по-моему, была она, кстати, в списке, но я ее не проходил. Стой, стой! Хватит скакать. Да не долетит она до туда, блин. Ну, флажок там, но я туда не... Блин. Почему я вправо полетел? Почему? Не, от мишени от этих отскок, конечно, больше. Они не совсем уж для красоты, но они не помогают. Максимальный один удар. Раз почти допрыгнул. Да это бесит уже, ну достало. Как это пройти-то? Да ну его в жопу, я, короче, один удар делаю, вот такой вот и все. Я не могу туда долететь, ну вообще, и... Никто туда не может. По крайней мере, такими шарами. Что уж про конусы я вообще молчу. Не упоминай их. Не надо. А ведь мы еще за звездочку не играли, за куб. Я представляю, какая жопа со звездочкой будет. Так, а что, тут туда надо? Или нет? А, не, нифига. Блин. Да как же ты над лункой-то да, пролетаешь? Стой, 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 шарик дебильный. Ёлочный шар, мать твою. Блин, вообще не долетел до неё. Хорош, ладно. Все эти мечи приносят боль, по крайней мере мне. Да, единственное, что не приносило боль, это просто шарик. Ну я просто хотел за все формы поиграть, но блин, я даже не представляю, какая жопа со звёздочкой будет. Или с кубом. С кубом, мне кажется, вот как на предыдущей арене, вообще не залететь туда никаким способом. Ага. Туда. Блин, я в таком положении неудачно. Придется. А чё, тут в рот надо этому, что ли, залететь или чё? Нет! А, как это получилось? Нет, я залетел тоже в рот. А, нет, значит не туда. Я даже не в рот залетел. Мне просто как-то повезло. А, нет, надо в рот залететь, да. Просто если он там остановится, это типа не засчитается. Не дадут там, а оттуда бить. Да зафигачивайся, говно. С попком, блин. Фу, блин. Я бы этот пупочек еще кое-как бы назвал, но это будет некультурно. А, ну я... Да, я знаю, как ты бы его назвал, у меня это тоже в голове было. Но это не тема для видео. А, блин, я уже думал, надо бить там. Да ё-моё. Отлично.
Не отлично! Блин, зачем здесь выступ такой сделали, я не понимаю. Холмочек. Так, целимся. Бьем! Ой, да. Ты что, в лук попал? Да. Выступ здесь зачем-то сделали такой вот. Да. Дела. Там была такая позиция классная, но, блин, оттуда бы проблем не было забивать. Давай-давай-давай, закатывайся, зафигачивай, бог, что-то несколько раз он, кошки сделал. Он над этой лункой прыгает, скотина! Да, мне тоже это было примерно. Это все пупочек. Да. Говнит! А это что за эликсир там, в этом, в котелке? Что интересно будет, если попасть в него? Ну, явно ничего хорошего. И туда попасть-то большая проблема будет. Собственно говоря, мы уже и не пойдем туда, буги. Ой, блин. Мы этот выпуск, как я уже сказал, записываем сразу же после следующего, поэтому я немного подустал. Это что за голова ребенка там? А, бей в банка. Лоб! Бей в лоб! Да не, не надо в нее бить. Ну я же ударил, и все сработало. А, там глаза какие-то, фу! А, и тыква с ним, фу, какая гадость. Так. А ты, собственно, где? Да вот, почти до лунки добрался. Все, я в лунке. А, нет, еще. Ну все, я в лунке. Блин. Вот как же? Постоянно пролетает. Три лунки еще осталось. И надеюсь, что следующая. От следующей лунки у меня таких чувств не будет. Потому что на этой. Что-то аж не по себе от этих призраков, скелетов, блин, становится. А тут куда, по паутине надо, что ли, лезть? Нифига. Ну все, вернись. Хорошо. Стой, дай бить. А, да, тут по паутине надо, только не туда. Так, здесь не сильно. Короче, чуть-чуть назад. Да чтоб тебя! Ладно, ударим сильно. Эх, жалко, там не дал бить. А, блин. Ой, хорошо. А что ж такое, а? Ой, хорошо. Не попал. Да не хорошо. На это, по этой паутине хрен заберешься. Да ладно. У меня последний удар остался, блин. О, в смысле? Я ж... Все, у меня кончились удары. Я залетел наверх, но он почему-то меня сбросил. Это как так? Почему игра читерит? А, кончились понял. Попытки, блин, да. Я-то думал, на шкаф надо, со шкаф туда. А я на шкаф залетал, и все, и меня сбрасывало. Так, еще две осталось лунки. Что это за банки, блин, я вообще упал не туда. А, там опять по паутине надо, что ли. Блин, бесячая паутина. А, блин, я опять отскочил от этой банки. Давай, 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 давай. Опа. Ну давай, респаунься, хрен. Мозги, отлично. Блин, ну это ужасно. Осталось попасть в это дерьмо. Ну, конечно же. Многие мне писали, у меня даже спрашивали, почему Эндрю Сэм перестал снимать моды на «Как достать соседа». И вот он точно, кстати, подметил, вот прям мне понравилось, как он сказал. Что раньше, если старались делать их,
что сейчас делают ради того, чтобы в видео просто попасть. И да? Это действительно так. И моды, которые такие, они уже меня с мау задолбали. Блин, так хорошо все было. Хорошие моды, конечно, еще есть, но их стало совсем мало. Ой! Ну, я застрял. Выбрался немного. Как это преодолеть? Ну, как-то вот так. Он что, мне даст отсюда бить? Да. А что это? А, вот что это. Блин, а мне ударов-то хватит, чтобы до туда долететь? Да какая же ты скотина, блин, мяч! Долетел. Пупочком! Надо посильнее что бить. Же ты творишь? Блин, в топор врезал случайно. Ладно. Я был близок, но профукал попытки, к сожалению. Фу. Да. Тяжелый случай. Я не доберусь. Так что у меня тоже сейчас все попыточки. Ну, такого не хватит, конечно. Да, мне теперь ускорения не хватит. А, нет. Хватит. Нормально. А, нет. Чуть-чуть перебор был. А, все, у тебя кончились попытки. Печаль. Да. Ну ладно, короче, я на три очка выиграл все-таки. Блин, а мы выигрываем поочередно. Я выиграю, он выиграет, я выиграю, он выиграет. Тут я выиграл опять. Так, следующая карта у нас будет, какую бы нам выбрать. А мне, кстати, призраки понравились. Да. Больше, чем сладости. Вот, чтобы выбрать, древность или вулкан? Есть еще космическая станция. О, а как насчет космической станции? Выбирай, что хочешь. Она прикольно выглядит, давай в нее сыграем. И мяч любой, неважно. Выбирай. Так. Я уже смирился. Ой. Режим классика, так. Бесконечность поставлю себе тоже. Какие тут формы мяча еще есть? Вот реально? Пока мы играем в этот гольф, я не могу говорить. Яйцо. У меня в голове одни маты. Которые ты не озвучиваешь. Да. У меня цензура включена. Есть еще желудь. Но желудь как-то не под космическую станцию. Давай многогранник возьмем. Он, наверное, тоже нам боль, страдания принесет, конечно. Но я не уверен, я не знаю, как он выглядит. Может, он и получше даже будет, кто знает. Но явно он будет хуже, чем елочный шар. Космическая станция. Ого! Вот эти штуки крутятся, вот... А, нет, многогранник это не так уж и плохо. Многогранник это неплохо вполне. Да, неплохо. Он катится, по крайней мере. Да, да, все-таки правильный выбор мы сейчас сделали. В таких зонах происходит либо снижение гравитации, либо изменение ее направления. Нифига себе, вы этим еще и будете заниматься нам. Стрелки показывают... А, охренеть. Это... А! А, не надо к стенке к этой прислоняться, что ли? А, он катится по ней, катится и вот сюда. Блин, прикольно, прикольно. Необычно это выглядит. Даблбуги, блин. Не, кстати, прикольная карта. Да. Вот эта лунка была. Выглядит интересно она. Фу, блин. А тут надо так, давайте направо. Только что-то он не залетает в нее. Я ничего не вижу.
Да ё-моё, он что-то не хочет туда залетать. О, хорош. Нифига себе. А, надо было все-таки влево. Да? Вот это было хорошо. Эта карта мне пока нравится. Да. Теперь я опять отстаю. Поочередно, видишь, что. Меня устраивают уже. Да, ну и какой-то жутковатая атмосфера я тут не чувствую с этими призраками, блин. Может, вы подумаете, что я слабонервный. На самом деле нет, у меня просто немножко болит голова и горло. Поэтому... немножко не по себе как-то становится. Ну и к тому же я просто устал после предыдущего выпуска. Но вполне способен еще. Так, а тут какие-то эти прессы. А что будет, кстати, если попасть под него? Я хочу посмотреть. А, он откатывает просто. Я-то, кстати, вообще после работы еще плюс. А, ну да. Я сейчас не работаю, и это задание практически не делаю, потому что болею. У меня там задания такие сложные, я просто не в состоянии буду их делать. Я и так ничего не соображаю у них, а тут еще башка когда болит. Там такие задания в теме, которые я не соображаю совершенно. Одна одногруппница говорила, что ей, в принципе, понятно. Я сказал, если сделаешь, то, пожалуйста, скинь обязательно. Ну, она согласилась, правда, у нее работа тоже есть. Работа не как у меня на удаленке, а в магазине. Вау, черная дыра. Черная дыра. Black Ого, hole. Нифига. Ну, она не туда меня вывела, конечно. Да, и меня тоже. Интересная, интересная. Вот эту карту я первый раз вижу. Не то чтобы не проходил, я первый раз ее вижу. Фак, по-моему, ее даже в старой версии не было. Хорошо, хорошо пока идет. Да, неплохо вполне. Потому что здесь более-менее нормально. Хоть я и горло надрываю себе сижу. Позитивным настроем своим. Давай, остановись, дай ударить. Так, вот это поворот. Поторопился! Зачем? Блин, меня пресса скинул вообще не туда. Прессом откинула меня тогда. Нет, нет, не катись! Остановись! Дружище! Фу, давай, 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 давай! Повар! Да что ж такое, блин, я упал. Упал на трубу, но не скатился с нее. Хотя это ничего не меняет. Блин, зрано ударил. Надо бить тогда, когда прессы не мешают. Блин! Да блин! Он меня отправил почти в начало, нифига себе! Все, удары кончились. Да прессы эти бесят. Космическая станция. Это фабрика какая-то, блин. Все, у меня тоже. Какая сволочь эту гадость придумала. Ну ладно. Ладно, карта на самом деле неплохая. Я говорю про поршни, про вот эти. Или прессы, как их называют. А это что, генератор ветра, что ли? Блин. Под него попадать не надо. Меня лагануло. Я попал. Я попал. Стой! Стой, друг, стой. Так, тут рикошетом попробуем. Так, опять генераторы ветра. Тут надо в трубу. А, в смысле? Я же упал на поле. Почему меня выкинуло-то? Назад. Недочет какой-то произошел. А, я опять отстаю от тебя, хрен знает на сколько. На 18 ударов, блин. Так. Да, блин.
Я вижу это. Трэш это да. Центрифуга, короче. Как же он? Блин, а вот здесь он, а вот, а как тут бить? Он не, он не даст мне бить-то тут нифига. Воу. Да, блин, ну дайте мне ударить, он дрожит и не дает мне бить. Вот я щелкаю, щелкаю, он не бьется. И что мне делать сидеть-то? Господи, я застрял, я в глюке вообще. Я ударить не могу. Ну, ждем минуту, когда наверное, да. Я пытаюсь щелкать, но не бьется нифига. Давайте представим, что это каруселька. Мы сидим на карусельке. У меня голова кружится от нее. Пони. Забавно следить. Да, блин, ну да, иди, ну какого черта? Я хочу ударить. Это фиаско. Это фиаско, братан, да. 40 секунд. О, мокрая, крутячая фиаско, блин. А кнопки сброса тут же нет, да? Нету. Ладно, можно посидеть, помечтать. Я, правда, не знаю, о чем мечтать. Наверное, о том, чтобы скорее пройти эту карту, блин. Какая же это лунка-то, блин. 7 секунд, блин. Напишите в комментах, если закружилась голова. У меня-то вот, кажется, закружится скоро уже. Ну, время остановилось, и чё? Серьезно? Я не понимаю, а чё дальше делать? Ну, блин, ну ты бесишь, скотина! А, все, время вышло, но только что-то с опозданием оно вышло. Пинг! Ну, зато достижение заработал, прикольно. Чё дали? Достижение «Вечно не хватает времени» называется. Время вышло, но только что-то с опозданием. Блин. А, надо подождать, пока платформа эта опустится. Падай быстрее, говно всратое, блин. Я не допрыгнул до нее. Отлично! Бейся, бейся, стой! Дебильный. Трасса. Катись, катись! Лифт всратый, блин. Что тут, наверх или туда надо? Теперь я залагал. А, не, я не залагал. Я покатился. А, все-таки наверх нельзя было. А так, 11 ударов. Офигеть, офигеть. Что здесь творится? Туда, короче, в эти дыры надо черные. Бить. Не, я по другому пути поеду. Если получится. Нет, не получилось. Ну я ж говорил. О, хорошо, хоть и... Хорошо, хоть оно там не осталось, то пришлось бы снизу опять бить. Наверное. Да, вот эти дыры выкидывают не туда, куда да, надо. Да, но меня она выкинула туда, куда надо. В рандомные места они кидают. Ладно, сейчас повезло. А, все, кончились попытки. Да. Фу. А, тут опять ждать надо, пока эти трубы, что ли? Нифига себе. Блин, я скатился назад, блин. Блин! А ты чё, лунку не чекаешь, что ли? Я еще через трубу пытаюсь про эту протиснуться, блин. Я вижу, что ты мимо нее. Да что ж ты будешь делать, а?
не может через нее прокатиться нормально. А ты уже прокатился, что ли? Я уже в лунке. Да, ты угораешь, что ли? Так, а тут в эту следующую же надо, да? Я после каждого удара чекаю, куда бить. А я нет. Я что-то забываю все время про этот режим свободной камеры. У меня длинный путь был, у тебя короче. Да, только неплохо. У меня. Только я больше удара все равно потратил. А как тут в черную дыру надо, да? А, блин. Не взяла дырочка черная. Что, обязательно в нее? Наверное. Она меня сейчас подкинула наверх. А тут опять в нее, да? Блин. Вот сейчас она наоборот только вреда нанесла. А сейчас нет. А, тут наверх надо было. Хорош. Ай, я не долетаю. О, долетел, только у меня попытки кончились. Ай. О, что это? Лука 14. Что это? Как это? Нифига себе. Тут мнение, кстати, что чем менее кривее шарик, тем лучше играет Андрюсем. И чем кривее шарик, тем лучше играю я, блин. И похоже, это действительно так. Да, это так. О, блин, лампа скатилась. О, что это еще за контейнеры, блин? Ого, сколько тут дыр черных. Хорош. Замри, дружище. Какая-то лунка у нас. А, еще три осталось. Ровненько. Да, только я отстаю. По общему счету. А, тут гравитация. Блин, что ж ты гравитация сделала? Воу, это как? А чё? Это куда? А чё он у меня? Тут надо быть. А тут наверх, понимаю, да? Да. Вот так делаем. Блин, не хватило. Отлично. А, что опять не хватило. Во, хорош. Где это лунг? Я не вижу. Офигеть. Ну, допустим. Ладно. Дайте-ка к свободной камере, я не знаю, где лунка. А, туда, по воде, что ли? Я надеюсь, меня. О, спасательный круг, блин. Туда, куда надо. Как так? Он у меня мимо воды упал. Но он медленно катится, потому что. У меня удары закончились. Опять. Да что? А, блин! Меня выкидывает. А у меня удары заканчиваются. Ну, у меня тоже, по сути, сейчас кончится. Так, это сделаем. Все, закончились. Ах.
Фу, блин. Это что еще за фабрика? Ни хрена себе, это по этим надо так двигать? Я что, должен вот так прыгать, что ли? Блин. Офигеть, вот от этой фигни у меня аж глаза разбегаются. Куда здесь надо идти? Так. Почему стрелочка не показалась сейчас? А, блин, так он не едет на ней, он скатывается вниз. Черная дыра, который выкидывает рандомно. Наверное, по вот этой надо туда. Да куда? Я не понимаю, что куда здесь надо-то. А, вот сюда надо. Ладненько, сделаем так. А, он у меня... Он на трубе проехал, не в трубе, а на трубе. Забавно, забавно. В черную дыру. Не туда. Блин, упал вообще не туда. Угу. Не работает. Да, опять в эту сторону он меня откидывает. Черная дыра долбаная. Короче, это жопа, мы не попадем. Да, что-то он... Вот эта труба черная, она... Ой, дыра. Надо только на вред, по-моему. Так, осматриваемся. Ах ты, зараза. Ну, раздражающая черная дыра это, если честно. Ну это все, у тебя удары закончились? И у меня уже давно закончились. Я вот свои сливаю. В большинстве случаев я попадаю раньше. Попадаю или кончаются попытки у меня раньше, чем у тебя. Последняя лунка наконец-то, я уже задолбался. А я сквозь них, мимо них проехал, короче. А я не докатился. А это, я вообще в открытый космос упал. Прикольно. Да, блин, нет. Надо ближе, ближе надо. Да нужно-то. Нужно, куда? Ясно. Да блин, да что ж ты будешь делать, а? Дерьмо всратое. О, тут повезло. Я в начало угодил в самое, что ли? Блин, тут опять черная дыра. Какие? Как я их обожаю. Опять удары закончились. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Так. А мы, главное, не торопимся. А вот теперь поторопимся. А, ты дальше все-таки прошел. Я тогда туда не прошел. Я не туда свернул и в начало в самое в итоге попал. Какое ощущение, я... А, нет, все туда, все верно. Да. Блин, закончились. Закончились, да, я рядом закончились, с лункой. Ну ты был близок. Но я здесь выиграл. Вот поочередно выигрываем. Мы все время. Пока что, по крайней мере. Фух, ладно, хорошо, ребята, я задолбался уже. Я думаю, что и Андрей тоже задолбался. Да, задолбался. Да, было весело, бомбезно. В следующий раз, я думаю, мы будем проходить древность и вулкан. Чтобы было вот светлое сначала, потом темное время суток. Ну а дальше посмотрим как. Сейчас закончим, поем. Так, короче. Ладно, на сегодня давайте закончим. Снова. С как вас... обычно, лайкосики. Подписочки. А с нас эпичные видосики. Подписывайтесь на мой стримовский канал, на канал Андрюсема, мой влоговый канал. В группу ВКонтакте в наши вступайте. Ну и всем пока. Всем пока.